15 городских клубов представили своих лучших тренеров и воспитанников на площадке первого фестиваля здорового образа жизни. Пока одни гости праздника с удовольствием наблюдали за показательными выступлениями, другие сразу брали пробные тренировки на импровизированных площадках. Мы очень рады, что этот фестиваль проходит так массово, и мы надеемся, что сегодня очень много людей придет, посмотрит и захочет заниматься спортом. Нам это очень важно. Мы территория спорта, Ленинский городской округ. Спортивные клубы и студии предложили жителям города разнообразный спектр программ. Художественная гимнастика, карате, футбол, танцы, тяжелая атлетика, йога и хоккей. Все для любителей здорового образа жизни. Сегодня наши коллеги-предприниматели решили показать, чем славен наш Ленинский городской округ. Я надеюсь, многие из вас будут приятно удивлены и что-то для себя почерпнут. По средним подсчетам организаторов, участие в фестивале приняли около 700 человек. Особое оживление царило на площадке, где выступали команды непрофессиональных спортсменов. Корпоративные детские эстафеты – самая азартная часть праздника. Привыкли обычно детей отдавать в детский спорт, да, сами про себя забываем. А мне хочется, чтобы мы все встали с дивана, поняли, что это действительно круто, драйвово, вот, и пришли в зал заниматься. Высокий градус спортивных состязаний подпитывала и довольно жаркая погода, но отступать никто не планировал. Вершины пьедестала покорили самые активные и смелые. Мы пришли в символических майках, мы хотим показать, что инвалиды – это люди безграничных возможностей. Мы будем участвовать, бороться за приз, и у нас будет все здорово, у нас все получится. Удивительный день спорта стал настоящим семейным праздником. Участие в интервальных тренировках, мастер-классах и показательных выступлениях приняли все гости. Азартные малыши, серьезные подростки и активные взрослые нашли для себя занятия по душе. Мне понравился футбол, потому что мой папа играл в «Торпедо». И он был чемпион России. А как ты думаешь, вообще ребятам нужно заниматься спортом и для чего это? Ребятам нужно, чтобы у них все было с хорошим здоровьем, и чтобы они были сильные. Там были и ребята, и маленькие, совсем постарше, взрослые. Все очень классно получилось, все очень зажигали, кричали, веселились. Я думаю, что все были счастливы. Такой фестиваль спорта и здорового образа жизни планируется сделать ежегодным. И уже сегодня организаторы уверены, что участников и гостей станет еще больше. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.